Что делать, если у вас не вышли шасси? Можно не заходить на посадку, но еще ни один самолет не застрял в воздухе. Сбой выпуска шасси показан над рычагом выпуска и на странице Wheels. Попробуйте убрать их и выпустить еще раз. Если не помогло, то воспользуйтесь аварийным выпуском. Поднимите ручку и поверните ее до упора. Если это не помогло, то садитесь без шасси. Отключите подачу кислорода и электропитание кабины. Пересадите максимальное число пассажиров в хвост, чтобы сместить центровку. Выключите систему GPVS, рычаг уборки шасси оставьте в нижнем положении. Автобрейки не армируются, они уже не помогут, а огни аварийных выходов нужно включить заранее. Отключите систему антискита, если ни одна стойка не вышла, то не армируйте спойлеры. Напрямую включите отбор воздуха снаружи. При проходе торца полосы отключите оба двигателя, на выравнивание держите 6 градусов до касания. После остановки активируйте тушение двигателей и объявите эвакуацию.